Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной. Сегодня хочу с вами поговорить о расческе 331. Для чего эта расческа нужна, с какой целью мы ее можем использовать и так далее. Значит, смотрите, по порядку. Цвета у нас представлены такие, как белый, графитовый, черный, красный и розовый. Значит, длина данной расчески у нас составляет 23 сантиметра. Это самая длинная расческа из семейства US Park, поэтому могу сказать, что делать стрижки на коротких волосах вам будет немножечко неудобно, поэтому я бы вам советовал использовать данные расчески на средних волосах и длинных волосах. Вот, значит, также расческу можно использовать в тандеме с нагревательными приборами, с утюжком. В частности, у нас расческа выдерживает температуру 220 градусов. Вот даже здесь вот на ней, видите, даже написано, что 220 градусов разрешено. Вот. Если у вас расческа вдруг расплавилась, значит, вы купили, к сожалению, подделку. Если же у вас возникнут какие-то вопросы по данной расческе, вы всегда можете мне задать любой вопрос, какую расческу выбрать, с чего начать. Я всегда буду рад вам ответить. Под этим видео я оставлю две ссылочки. Это ссылку на наш интернет-магазин shopcoms.ru и на нашу группу, также shopcoms, где вы можете всегда меня найти, и я вам расскажу, посоветую, какую расческу, собственно, выбрать. Вот, ну, а так, в принципе, все, что я хотел, я вам рассказал. Единственное, значит, расческа у нас также это гнется, чтобы вы знали. То есть все цветные расчески, за исключением 331 карбон, она у нас, к сожалению, гнется, потому что это твердый материал. А вот этот специальный пластик, который используется для строительства шатлов, он у нас гнется. Вот, и также выдерживает температуру 220 градусов. Ну, вот, в принципе, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Будут вопросы, пишите, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всегда вам рад. Всем точных стрижек, всем спасибо, всем пока.